такое дело, бать. Женюсь. На дочке моей собрался жениться. Но я ему объяснил, что к чему. Мне уже 18, я сама могу решать. Кто он там по специальности? Моторист? Музыкант. Начав выступать совсем недавно, они сразу заявили о себе, как об одной из центральных одесских рок-команд. Стоп! Садись в машину. Прости меня. По-хорошему не понимаешь. Что у нас в Одессе? Девок, что ли, мало? Найдешься какой-нибудь на пляже. Ой. Девушка, давайте мы ваши чеки обменяем. Ты что, туфтум подсовываешь? Как это? Ну-ка, подожди. Нёшь все бабки. Аферистка кончена. Ты понимаешь, что я могу заставить человека сделать то, что мне нужно? Откуда ты взялась вообще, а? Вы что, вместе воруете? Или нет? Считайте, что мы в розыске. Любовь это прекрасна, но она несовместима с нашей жизнью. Я знаю, это ты. Скажи честно, зачем он тебе? Где он? Можем. Оружие на землю, уголовный розыск! И как? Давай, силу, шаг.